Мало запустили. Мне кажется, через месяц рыбы это не будет так. Не, выловят. Ну, вы ж сколько запустили? Вы же говорите, там 1,5 тонни. Ну, це то, що ми запустили тільки в марті місяці. А ось ми ще запустили тонну. Ось буквально на той неділі. Ну, там ви мілкого, да, запустили? Я попадався 400 грам. Зеркальний. Зеркальний, так. Да. Це той, котрий попався в ноябрі. Якого ми брали 250-260 грам. Ага. А зараз він уже, слава Богу, йде полкіло, 600-700. А цей крупный, конечно, хороший. Не, ну раньше у вас водоем был здесь хороший. Я всегда здесь, до 13-го года всегда здесь ловил. Он всегда был близко. Мне по бензину было всегда дешевле приехать к вам, чем куда-то ехать далеко на рыбалку, бензин тратить. Я понимаю, но ничего не могу сделать. Ну, надеюсь, вы его раскачаете, дальше все будет. Конечно, конечно. Ну, спасибо за рыбалку. Дякую. Все, до свидания. Дякую. До свидания. Привет, друзья. Мы на канале Рыбалка Кривой Рог. Ребята, сегодня приехали в Недайводу, приехали в гости на ставок у Захара. Мы в том году были на этом ставке. Смотрите, вот место выбрали, ставочек. Ставок большой, обзор я с него делал. Рассказывать мы больше про него, как бы говорить, не будем. Расскажу только что, то, что в этом году они осенью запустили карпуху, весной запустили. Сейчас уже на данный момент мы поговорили с хозяйкой. Нам сказали, что здесь карп самый мелкий, кило 200. Это очень хорошо. И имеются экземпляры, которые запустили осенью. Вроде бы как они уже 2,5 килограмма. Сейчас разбираемся, разлаживаемся. И я вам уже расскажу, что почем, как, какие условия на данный момент. Ну что, друзья, поехали. Мы в гостях у Захара. Итак, друзья, напоминаю, мы на канале Рыбалка Кривой Рог. Заходите к нам в гости, подписывайтесь. Приехали в гости до Захара, приехали на рыбалочку, приехали, будем сегодня ловить на удочку. Прикормка, приманка у нас будет, смотрите, кукурузка, пелец на прикормке чуть-чуть. Червяк у нас будет, кукурузка, червяк, опарыш. Так, чем будем кормить, я вам потом расскажу. Давайте поговорим про водоем, который находится очень близко ко мне. Один, я практически живу здесь рядом. По бензину расходу это очень мало, очень хороший водоем. Так, давайте, друзья, поговорим о нем. Условия. 400 гривен. Это, можно сказать, в том году мы были, сделали обзор с этого водоема, было 100 гривен. Но рыбы не было, был один карась, карпа не было. В этом году, в прошлом году запустили карпа, запустили в этом году весной карпа, запустили карпа не маленького, сразу запустили большого. Самый большой карп сейчас на данный момент около 2,5 до 3 килограммов, маленький от кило 200. Будем использовать сегодня две поплавчанные удочки, дальний заброс. Я вам немного потом о снасти расскажу. Водоем. Я обзор делал, ребята, кому, друзья, я делал обзор с этого водоема в гостях у Захара. Заходите, смотрите видео. В прошлом году мы приезжали, здесь ничего не клювало. В этом году карпик. Приехали на удочку ловить. Цена. Давайте, друзья, поговорим по цене. 400 гривен. Как бы цена самая, одна из самых больших цен вокруг города Кривой Рог. Самая большая цена на данный момент. Но я считаю, если можно приехать половить здесь рыбу, это денег может, возможно, этот карп и стоит. Ограничение, смотрите, друзья. Одна, 5 удочек, не более 5 удочек. С собой можно забрать рыбы, поймать 7 килограмм. До килограмма, естественно, мы рыбу отпускаем, но, как сказали мне хозяева, до килограмма здесь рыбы даже карпа и нету. То есть, если вы приедете на этот водоем, то ваш будет трофей не менее 1 килограмма, от килограмма и выше. Если вы хотите забрать больше рыбы, вам придется за каждый килограмм доплатить. Доплатить придется к сумму очень немаленькую, как бы я сказал, 70 гривен. Это очень много. В этом году мы приехали именно на этот водоем сделать для вас, друзья, обзор именно по карпу. Будем ловить, уже говорю, на удочке, на поплавчанку. Ну что, дорогие друзья, мы начинаем свою рыбалочку. Поехали! Итак, начнем с прикормки. Прикормки взяли... Здесь я уже дома сделал килограмм, наверное, ведро 12-литровое, треть ведра, килограмма 4, наверное, прикормочки у нас. Смотрите, вот прикормка, у меня остался чеснок-чебрец. Я уже вожу, кстати, этот чеснок-чебрец уже сколько, рыбалок 5. Ну, пятая рыбалка, это точно с ним уже. Сюда я добавил пшена сырого, сюда я отварил пшена, стакан пшена.
вареного пшена. Здесь у нас немного консервированной кукурузки мы добавили. Для рыхлости сейчас мы добавим немного перца. Для привлечения рыбы перец очень хорошо себя быстро делает приваду рыбе. Перца немного засыпали. Какой перец, не важно. Не буду показывать вам, какая фирма. Я думаю, это не важно. Хотя, смотрите, Технокарп. Хорошая фирма, друзья. Пользуюсь. Так, засыпали перец. Размешали. Вот у нас получилось сколько прикормки. Сейчас будем ловить. Любимая моя дистанция — это на удочку метров 15, 12-15 метров. И можно неплохо с руки делать шары, закидывать, чтобы недалеко. Я уже когда-то давно уже ловил на этом месте. Почему я сюда приехал, я его немного знаю. Здесь как раз у нас глубина будет составлять 12 метров от берега, как раз будет составлять где-то около 1,80 м. Ну, мы, конечно, померимся, я вам уже точно скажу. Ну что, дорогие друзья, мы начинаем свою рыбалочку. Огонь! Как всегда, палец грязный. Огонь! Так, прежде чем закинуть удочки сразу, давайте прикормим место. Сейчас сделаем пару шаров. Пару первых. Опа. Да, вот там где-то приблизительно у нас будет точка. Там где-то будут поплавки. Так, ну для начала хватит. Так, открываем кукурузку. Посмотрим, что у нас тут за кукурузка. В том году мы ловили на бабусину. Хорошая была кукурузка. Открываем ножом. Открывачки нету. Сейчас мы банку разорвем. Хочется уже рыбу ловить, а не кукурузу открывать. Так, а ну-ка посмотрим, какая у нас тут кукуруза. О! Ай, запах. Супер. Зерна. Крупные, хорошие зерна. Так, сейчас немного тоже прикормим и кукурузкой. Закинем немножко жменьку. Жменечку закинем. Опа. Хорошо. Юшку немножко в прикормку добавим. Так, добавляем юшки чуть-чуть в прикормочку. Кукурузки чуть-чуть. Немного. Если что, будем потом докармливать понемногу кукурузкой. Все это опять размешали. Ох, чувствую, сегодня рыбалка будет у нас. Огонь будет рыбалочка. Как я люблю ловить на поплавок. Всегда на поплавок, друзья, даже карпика тягать килограммового. Ай, как приятно. Надеюсь, нам сегодня повезет. И мы поймаем такого двушечного. Двойку на поплавочек. Ай-яй-яй, ай. Бомба. Так. Размешали прикормку. Разлаживаем свои старые поплавчанки. Уже они у нас отработали, я эти удочкам лет 5, если не больше. Катушкам тоже лет 5. Так, одна у нас будет удочка поплавок. Вторая. Думаю, две удочки нам хватит. С головой. Если тут карпика, конечно, много. Так, зачем нам больше? Так, по снастке, друзья. Так, давайте поговорим по оснастке. Так, поднялся ветер. Давайте я включу микрофон, чтобы звук был хороший у нас. Так, у нас ветер. Включили микрофон. Как вам звук? Пишите в комментариях. Так лучше с микрофоном? Так, давайте поговорим про оснастку. Здесь у нас стоит нитка. Нитка у нас 0,16. Простая китайская нитка, недорогая. Брали на рынке. 100 метров 100 гривен, как говорится, бюджет. Крючочек 0,6. Вот крючочек такой карповый, тоже недорогой, кстати.
стопорки стоят, скользящая оснастка у нас, скользящий 15-граммовый груз. Поплавок у нас, сейчас скажу вам, сколько он тут. Ой, смотрите, какой у нас поплавок старый, ему лет и лет. По-моему, он на 10, на 8, на 6, на 6 грамм. Смотрите, какой старый уже поплавок. Оснастка у нас, как говорится, я уже давно на эту оснастку ловлю. Бюджетная оснастка. Это не карповики. Это оснастка, как говорится, купил раз. И должно ее хватить на всю жизнь. Правда, единственное, ребята, я ловил на эти удочки на карпа. Смотрите, на кончика у меня нету. Она 5-метровая удочка сама по себе, но уже кончики я все переломал. Карпухи попадались большие. Переломали мне на удочке все. Кончики пообламывали. Но все равно, как бы говорится, на вываживание рыбы это нам не влияет. Даже сейчас, если карп больше там килограмма, даже без последнего звена, все равно ты получаешь массу удовольствий. Так, ветер у нас южный. Смотрите, будем удочку устанавливать. Вот такое у нас крепление. То есть удочка здесь становится под своим весом, делается. И карп ее, можно сказать, что вырвать ее практически невозможно. Немного попустим байтранер, передний фрикцион. И при поклевке будет у нас стравливать. Если карпушка клюнет, чтобы он нам удочку не поломал, это надо обязательно регулировать. Смотрите, как это все будет. Вот. Устанавливаем. Так, одна у нас с этой стороны. Устанавливаем удочку. Вот так. О! Вот у нас подставка, чтобы когда пойдет поклевка, ее полностью не загнула в воду. Так, ну что, уважаемые рыболовы, померили глубину. Глубина у нас 1,90 м. Точка где-то будет 1,12 м, не дальше. Дальше вообще идет спад, как раз мы на этом спаде сейчас будем пробовать ловить. На один крючочек сейчас мы закинем сразу кукурузку. Одну кукурузинку. Без волоса. Это не карповый монтаж, это удочка. Здесь, конечно, можно и на... Я часто использую волос, если ловлю на горох. Здесь мы ловим на кукурузку. Вот оснастка. Одна кукурузинка. Вот так мы ее надели. Ну что, делаем свой первый заброс. Закидываем недалеко. Оп. Устанавливаем. Проверяем обязательно, чтобы удочку не вырвало, чтобы у нас работал фрикцион передний. Так, смотрите, куда мы закинули. Сейчас мы найдем поплавочек. Где ты, наш поплавок? Приблизим тебя. Поплавочек, где ты? Где ты, поплавочек? Поплавочек, ты где? Поплавочек. О! Вот ты где. О! Мы тебя поймали. Карпушка на вечерней зорке. Ага. Зеркалочка. На кукурузку. Оп. Опа. Фу. Есть. О! О, зеркалочка хорошая. Такая уже за килушку на кукурузку.
Такая зеркалочка, смотрите, красивая. На вечерней зоречке. Уже темно, смеркается. Красивая зеркалка.